Всем привет! Это видео записывается специально для канала Банковский. В этом видео я вам расскажу, как же начисляются бонусы спасибо от Сбербанка. Ну, для того, чтобы бонусы спасибо начислялись, нужно как минимум для начала их подключить. Подключить можно как сразу при оформлении карты, так и после уже как действующий абонент. И, кстати, сейчас у Сбербанка онлайн есть приложение прямо отдельно, называется «Сберспасибо». И в нем, кстати, можно просматривать всю информацию, даже там магазины-партнеры, какой у вас уровень, сколько у вас бонусов, какие были траты, ну, то есть полную информацию. Поэтому даже если вдруг вы не знаете, там подключены у вас бонусы или нет, установите приложение, и оно вам автоматически покажет, что если у вас подключена данная услуга, либо же ее нет. Ну и, соответственно, в этом же приложении вы можете увидеть магазины-партнеры, да, и процент, который начисляется от определенных магазинов при покупке у них. Ну, знаете, помониторила тоже, в принципе, все магазины, но в любом случае это, конечно, зависит еще от региона, то есть в каждом регионе, да, какие-то дополнительные есть магазины, там, в отличие от каких-то других, поэтому, ну, я бы не сказала, что прям такой большой список таких самых популярных магазинов, которыми пользуются люди, однако, в принципе, есть из чего выбрать, и, соответственно, бонусы начисляются, большие бонусы начисляются за пользование данными магазинами, покупками именно у них, там, соответственно, начисляются до 30%, но тоже, вот, в принципе, да. Вот по своему региону посмотрела, там вот самое много, до 30%, как они указывают, начисление идет именно за услугу мобильной связи от Сбербанка, вот этой вот ихней, и рестораны. Вот и там самые большие, то рестораны вот в моем регионе там до 15%, выше нету. Соответственно, вот даже взять там заправки, да, у заправок всего лишь 3%, у некоторых других банков процент накопления больше, да, чем у Сбербанка. Но, однако, в принципе, он все же есть. Поэтому для того, чтобы накапливались ваши бонусы, вам просто нужно подключить услугу от Сбербанка «Спасибо» и оплачиваться, расплачиваться в магазинах-партнерах для получения больше процентной ставки по бонусам. И во всех остальных магазинах там вы будете получать 0,5% бонусов за ваши покупки. Ну и потом уже в зависимости от вашего уровня, да, ваших трат по карте, вы уже сможете там увидеть, какие у вас есть возможности и привилегии, да, для траты потом ваших бонусов. Либо же в магазинах, либо же переводить бонусы в рубли. Поэтому расплачивайтесь просто в магазинах-партнерах ваших банковской карты, неважно, им либо в магазине, там, либо это будет онлайн-покупка, да, либо же во всех остальных магазинах просто пользуйтесь картой Сбербанка и, подключив опцию от Сбербанка «Спасибо», вы будете их получать. Ссылки на лучшие дебетовые и кредитные карты представлены в описании. А это видео снималось специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!